Итак, добрый день, ребятки, ребятунчики. Сегодня с нами снова опять с вами бессменный ведущий телевидео-радиошоу «Едим, готовим дома». Так, сейчас камеру переключу. Итак, готовим азиатскую кухню. Что нам нужно? Сельдерей. Это основное то, что нам нужно. Без сельдерея у нас ни хрена ничего не получится. Перец черный, этот, господи, черный. Вы видите сами. Кинза. Лучок. Это я потом все покажу, как это все красиво сделается. Помидорчик. Куриная грудка. Сама курица плавает сейчас. Вот здесь вот варится у нас. Варится у нас в кастрюльке. Кастрюльки. Потому что мы готовим для всех и всюду. Дальше что мы имеем? Вот я чуть-чуть нарезал. Это имбирь, кусочек, чесночок. Мне остались шампиньончики. Шампиньончики мне остались. И лапша яичная. Если честно, можно с обычными макаронами сделать. Ничего страшного не будет. Хочу вот попробовать сегодня какую-то фигню купил на основе устричного, короче, из соевый соус. Вот у нас. Да и все, в принципе. Давайте начнем готовить. Так, сковородочку мы поставили. Маслица. Маслица налили. Маслица налили. Блин, неудобно одной рукой. Сейчас телефон придется, ребят, закрепить. Закрепить куда-нибудь. На что-нибудь. Так, телефончик мы закрепили. Вы опять на меня смотрите с небес. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы делаем очень все и очень просто. Кладем мясо. Кладем мы мясо. Мешаем. Вот она, куда-то. Мешаем наше мясо. Вообще, когда я курицу доставал сегодня, такое ощущение было, что ее пытали. Пытали курицу. Один раз вообще, кстати, знаете, что достал мне курицу? Ой, она синяя была. Знаете, какие побои, блин. Побои у нее были у этой курицы. Я не знаю, там вскрытие, конечно, покажет, ну, блин, там просто она синяя была, блин. Я охренел, блин. Удивительно, даже. Бывает и такое. Бывает даже и такое. Так, буду записывать партию, чтобы уложиться в 3 минуты. Я знаю, что я дабл, ребята, лук. Лук забыл, сейчас порежем, добавим. Вот у нас все жарится, парится. Прошла минута. Так, лучок я порезал. Куриная грудка, видите, какая она получается. Ужаривать ее не надо. Я, кстати, забыл сказать, что видите, как она нарезана крупными кусками. Это будет очень вкусно. Так, лучок, туда же, что еще, туда же, чесночка, сейчас прям, как говорится, трубку не кладу, вот так вот насыплю, видите сколько, имбирь.
Я не режу его палочками, как во Вьетнаме там режут. Я режу его вот так вот. Кладем имбирь. И острый перчик. Вот он. Острый перчик. Туда же. Все. Варим, жарим секунду. Ребятки, ребятунчики, морковку натерли. Видите, я даже ничего не мешал, пока пауза была. Дальше. Дальше, ребят. Перемешали все с морковкой, сельдерей. Вот я его нарезал. Буквально время идет. Я вырезаю по минуте, потому что очень долгие видео получаются. Все жалуются, говорят, ну так долго, Серега, все ты так готовишь, долго все, ну никак ты не можешь побыстрее, никак. Так, ладно, опять пауза. Плей пошел. Это, ребят, грибы. Грибы, шампиньоны. Туда. Видите, как сейчас добавили? Ух, какой же запах сельдерея, да? Ух. Так, что мы делаем? Приправу нашу. Достаем. И высыпаем. Вот, открыл. Вываливаем всю эту хрень. Так что мы имеем еду. Сейчас паузу опять, да, а то очень долго все будет. Итак, что я сделал? Добавил вот эту китайскую хрень, японскую, вьетнамскую, хрен его знает. Перемешал. Вот что получается. Вот что у нас получается. По запаху. Ну, не сказать, что что-то изменилось сильно. Не знаю даже, чем. Не знаю, как по вкусу, но запах вообще не особо изменился. Добавляем соевый соус. Ну, это на мой вкус. А вот, долью прям. Долю 70 миллилитров. Что еще можно? Давайте имбиря чуть-чуть кинем. Это такого маринованного. Для вкуса. Много не буду, то что на страту даст. Я просто этот соус-то и не пробовал даже. Ну так. Сейчас мы с вами и попробуем, что получилось. Что у нас остается, ребята? Остается все это дело протушить. Кстати, очень красиво выглядит. Очень даже красиво выглядит. Сейчас я вам покажу. Смотрите-ка. Не вижу. Видно? Не видно. Макароны. Что я с ними делаю? Лапша яичная. Вообще, если честно, можно обычные макароны использовать. Во-первых, я не понимаю, почему лапша яичная такую цену. Знаете, что такое лапша яичная? Ребята, лапша яичная, это мука,
Это мука. И яйцо. Все. Не знаю, что там такая цена. Неужели такой деликатесный гречный лапшой? Видите, я двух упаковок. Вот так вот. Пусть будет она длинная. Может даже будет это дело вкуснее. И что мы делаем? Наливаем чуть-чуть воды. Вот так вот. На глаз прям все. И закрываем крышкой. Закрываем крышкой. А пусть даже на сильном огне. Минут на 10. Через 10 минут я буду опять с вами. Так, прошло 5 минут. 5 минут прошло. Видите, как прибрался. Перемешиваем. Так, мне надо быстро сейчас все это дело снять. Потому что сейчас скоро у нас сядет телефончик. Телефончик у нас сейчас сядет скоро. Так, вилкой. Почему вилкой, а не ложкой? Удобнее. Удобнее. На будущее. Готовим при перемешке. Пельмешки сразу вилку. Так, вот. Вот оно. Вот оно. Все. Практически готово. Готово. Так, воды еще чуть добавим. Потому что лапша это все впитает. Она просто будет более сочная. Уже запах пошел такой. Ух, какой запах пошел. Добавляем, ребята, коричневый лен. Коричневый ленчик. Коричневый ленчик добавляем. Витамины. Нам нужны витамины. Видите, как лапша все впитывает, да? Не знаю, там на камеру видно, нет? Лапша впитывает все прям вообще. Смотрите. Получается, что она чуть ли здесь сверху не сухая, да? А снизу уже как все выпарилось. Сейчас прям зажарится. Давайте еще воды. Еще воды туда. Она просто будет более сочная. Сейчас я вам покажу, что там получится. Какая вкусная. Соус. Обычный соевый соус. Наливаем в мензурку. Кидаем туда имбирь. Можно маринованный. Лучше такой. У меня просто его нет. Дальше. Чеснок. Тут одна головка. И красный острый перец. Вот эта хрень, ребят, чтобы мясо туда окунать. Вот такая тема. Берем вот так еще черный перчик. И далее, да? Так, сейчас будет основное блюдо. Итак, ребята, 5 минут, да? Пока соус я записал. Вот оно, что у нас получается. В принципе, готово. Макароны впитали всю эту хрень, блин. Соус у нас готов. Макароны у нас готов. Сейчас будем пробовать. Ой, господи, блин. Итак, ребята, как же все это дело выглядит? Выглядит оно вот так вот. Это просто красный имбирчик.
Это соус, который мы сейчас приготовили. И я посыпал чуть-чуть кинзой и чуть-чуть лучком. И все, ребята. Устал, как собака сегодня. Блин, не до хихихаха. Удачи.